Всем привет, друзья, с вами Владимир, канал Гильдии Геймеров, и мы продолжаем проходить The Elder Scrolls Online. Давно я здесь не был, короче. Вот, я тут, знаете ли, персонажа немножко поменял, перепрошел обучающую миссию, много всякого лута насобирал. Вот, у меня тут даже лук со стрелами появился. Поэтому давай-ка мы отправимся теперь в магазин продавать все это. А потом пару заданий здесь в Сейданин выполним. Так, давай-ка мы зайдем сюда в магазин. Товары Финдуна. Ну, все тут качественно и все остальное. Так, что тут у нас говорить? Магазин. Так, давай-ка продадим. Продать. Так, давайте продадим пока все, что не нужно. Счастливого пути, отмычки нужны. Так, материалы. Вот это вот надо, давай продадим. Бля, ну что-то вообще ноль стоит. Напитков. Хотя бы вот это давай продадим. Е, принять. И декоративный воск тоже, пожалуй, можно продать. Так, у нас 81 золотой. Предметы. Промокший сейф, хлеб. Вот рецепт мягкий. Чай, короче, можно продать. Так, как это? Ага, два раза нажимается. Так, теперь здесь. Тут что-то все по нулям. Тут тоже все почему-то по нулям. Странно. Оружие. Тоже все по нулям. Только вот этот вот. Iron's World of Shock, короче, можно толкнуть. Ну, ладно. Marble Bow, почему-то все по нулям, короче, урон 1001. Ладно, что можно купить? Предметы, прочее, все. Так. Отмычка, простая наживка. А, может, у нее просто оружия нету? Расход предметы, прочие, отмычка, простая наживка. Ладненько, ладненько. Ой. Чё там, говорят, еще туда куда-то зайди. Ну-ка. Доступны награды за третий уровень получить сейчас. Давай получим награды. Что это такое здесь вообще? Получить. Так, можно еще здоровье добавить. Распределить очки. Так, Assassin Blade давай откроем. Во. Тень, короче, здесь. Вот это можно взять. Поглощение. Ага, все. Это что такое? Можно изучить. Ладно, изучим потом. Так, там еще какой-то набор у меня был получен. Так, секунду. Нет. Материалы, напитки. Какой-то ящик у меня здесь был еще. Нету, дали. Хлам для заданий. Отмычка. Счастливого пути, ну-ка. А, в этом письме меня пригласили на Вандерфелл. Уже в вашей библиотеке, окей. Ну ладно, пойдем, значит, бродить по миру. Давай, может, задание какое-нибудь выполним. Можно тут спать. Нижняя полка, сейф. Обшарить. Отмычка есть. Ладно, не будем брать. Вот, блядь, не туда постоянно нажимаю. Шкаф пусто. Ладно, пойдем на улицу. Мариса Ротрано, говорите, ну-ка. Наш магазин, осмотрите, не стесняйтесь, окей? Так, а еще кто-нибудь тут есть в Сейданине? Тут... Так, ну, посмотрим. Это кто такой? Игровая Никс. Игривая Никс. Игривая Никс. А, давай зайдем. Что-то у нас за игривая Никс такая. Тут, наверное, хавчик какой-то. Он, книга какая-то лежит. Альманах Искатель Приключений, третье издание. Ага, ладно. Это кто такой? Hello. Привет. А это кто? Так.
Ага, это он тут еду продает. Ладненько. Погнали-ка, наверное. Вон, миссию возьмем какую-нибудь, вот эту. Здрасте. There's an armiger injured on the road outside Seydanin. So much blood. They need help. На дороге у Сейданина ранили Вечного Стража. Так много крови, им нужна помощь. Скажи мне, что случилось. Точно сказать не могу. Вечный Страж сопровождал... Вечный Страж сопровождал каноника Валасу в ее миссии по поручению лорда Вивика. Но должно быть случилось что-то ужасное. Каноник Валаса отправила меня за подмогой. Она прямо на дороге, недалеко от Сейданин. Ты поможешь им? Пойду разыщу каноника Валасу. Угу, посетите город с лордом Вивиком из трибунала. Надо же. Божественная загадка у нас тут появилась. Что это? Поговорить с каноником Валасой нужно. Так. А это куда это мне? Ё-моё. Так, давай задание посмотрим. Погоди. Навыки. Чё это? Оружейные. Стрельба из лука. А, это всё повышается. Окей. Так, денежки у нас. А, это кронный магазин. Уведомления. Почта. Приглашение Моровинта, ага. Гильдии. Так, а где задание? Кронные ящики. Ладно. Так, а где это у нас? Поговорить с каноником Валасой. Йо, тут даже с кони есть. А вот каноник Валаса. Forgive me, Outlander, but I have enough to deal with. I'm just a simple tribunal priest, and the trouble at the ancestral tomb was too much for even our buoyant armiger to deal with. I have failed, Lord Vivek, and left a colleague alone at the tomb. Прости, чужеземец, но у меня и без тебя хватает забот. Я простая жрица трибунала, а с бедой, случившейся в родовой гробнице, не смог справиться даже наш вечный страж. Я подвела лорда Вивика и бросила своего товарища одного в гробнице. Что произошло в родовой гробнице? Lord Vivek sent the three of us to seek guidance at the Andrano ancestral tomb. We were attacked when we got there, and our guard was seriously hurt. I barely got her to safety, but we failed to complete the mission Lord Vivek bestowed upon us. А лорд Вивик послал нас троих в родовую гробницу Андрана на поиски указаний. Когда мы добрались туда, на нас напали, и наш страж был серьезно ранен. Я с трудом сумела помочь ей дойти до безопасного места. И нам не удалось выполнить миссию, которую возложил на нас лорд Вивик. Вас троих, ты говорила еще о каком-то жреце. Canon Levul. He remained behind after we retreated from the tomb. I know he wants to get back inside and ask Lord Vivek's questions. But there's no way he can get past the Daedra or ask the questions on his own. May the three grant him wisdom. Каноник Левул, после того, как мы выбрались из гробницы, он отстал от нас. Я знаю, он хочет вернуться туда и задать вопросы лорда Вивика, но ему не пройти мимо Даэдра, и он не сможет задать вопросы в одиночку. Пусть трое дарует ему мудрость. Я могу пойти в гробницу и помочь канонику Левулу. Ух ты. By dawn and dusk, evil creeps through the shadows of my beloved Vardenfell. But an outlander arrives to aid my people, just as I have foreseen. Those words, what do they mean? What happened? Merciful Azura, the mother soul spoke through you. It's a miracle. Короче, Азура появилась и в нее вселилась. Что-то можно что-то. Так, отправиться в родовую гробницу Адрана. Это куда это мне? Куда-то туда.
Ух ты, нихера себе, вот это боевые медведи. Так, где у нас тут родовые гробницы? У нас там Сил Спрайдер есть. Пойдем, значит, родовую гробницу. У меня тут даже лук есть зачарованный. Давай позырим. Так, вроде туда показывает. А вон, каноник левел. Will you help me complete my mission? It would be sacrilege if I don't enter my family's tomb and make Lord Vivek's inquiries. А тебя прислала каноник Веласа? Так, так ведь? Значит, она добралась до Сейданин, хвала Вивику. Ты поможешь мне завершить мою миссию? Если я не войду в гробницу моей семьи и не добуду сведения для лорда Вивика, для меня это будет святотатством. Я помогу тебе войти в гробницу и задать вопросы. As the saints declare, the tribunal always provides. We'll need to be cautious, however. Daedra invaded the tomb. Makes it hard to talk to one's ancestors while monsters try to eat you. I'll also need your help when we reach the summoning chamber. Как говорят святые, трибунал всегда поможет. Однако нам надо вести себя осторожно. Гробницу захватили Даэдра. Трудновато вести разговоры с предками, когда тебя пытается съесть чудовище. Чудище. Еще мне понадобится твоя помощь, когда мы доберемся до комнаты призыва. Помочь в чем? Take this scroll with Lord Vivek's inquiries. While I summon forth my ancestor spirit and concentrate on maintaining the connection, you must ask the questions. He insists we use the exact phrasing. We can go inside when you're ready. А, возьми этот свиток с вопросами лорда Вивика. Когда я призову дух своего предка и сосредоточусь на том, чтобы поддерживать связь, ты должен будешь задать эти вопросы. Он настаивает, чтобы мы соблюдали точность формулировок. Мы можем войти внутрь, как только ты будешь готов. Да прежде чем мы войдем в гробницу, мне бы хотелось задать несколько вопросов. Я уже потерял драгоценное время из-за ран Вечного Стража, но полагаю, за нескольких минут вулкан не извергнется, а луна не упадет с неба. Что я еще могу рассказать тебе, друг мой? Зачем лорду Вивику нужно, чтобы ты связался со своими предками? Which I assume is why we must ask them of my long dead ancestor. Точно не знаю, а задать вопросы мне не полагается. Задавать. Когда твой живой бог дает тебе задание, ты говоришь только «да», милор. Вопросы, кажется, затрагивают времена еще до трибунала. Полагаю, именно поэтому мы должны задать их моему давно умершему предку. Скажи мне о своем предке. Очень немногие мои современники могут похвастаться тем, что ведут свой род от знаменитости вроде Фарены Адрана. Леди Фарена училась у самого Сота Сила и считалась одним из его товарищей еще до того, как трибунал обрел силу. Кто такой Сота Сил? Кто такой Сота Сил? Это же все равно, что спросить, кто такой Вивик и Альмалекси. Вместе они составляют трибунал, это живые боги Данмеров. Сота Сил – архитектор времени и посредник Обливиона. Если хочешь узнать что-то еще, мы можем поговорить позже, когда закончим. Ага, ладно, давай-ка. Расскажи мне о существах в гробнице. Ну, могу тебе сказать, что последний раз, когда я приходил отдать дань уважения, их там не было. Каноник Валаса считает, что это какая-то разновидность Даэдра, явно намеренная не позволить нам исполнить волю лорда Вивика. Пока ты не появился, я не знал, что делать. Я готов, давай войдем в гробницу. Прежде чем мы войдем туда и столкнемся с этими чудовищами, я хочу, чтобы ты знал, что я очень благодарен тебе за помощь в этом деле. Только не потеряй свиток с вопросами лорда Вивика. А теперь пойдем, давай призовем моего предка, я открою дверь гробницы. Веди. Давай лук достанем. Ух ты, я думаю, что там она будет здорова, это гробница, нет?
многие столетия члены известной семьи Адрана занимали наивысшее положение в доме Ридоран. Эти тоже ищут. Чё это? Урна пусто. А, можно забрать отмычки. Да блин, они появляются и появляются. Да блин. Да что ж вы за гады-то такие, а? Кофин негодяйка какая-то. Опаньки, обыскать можно. Пока они не сдохли, их можно обыскивать. Ага. Че, еще что ли появились? Нет, вроде нет. А я и думаю, так, сейф обыскать, отмычка. Они что, так и будут, что ли, появляться или нет? Стой, забираем. Ха, их можно обыскивать, пока они не сдохли. Ну, пока не исчезли. Ладно, пойдем, короче, пока они не появились снова. Интересная такая гробница. Что? Да куда мне бежать-то? Урна пусто, урна заберем. Ух ты, нихера себе, вот это книги. Да опять вы. Ах ты тварь такая, а. Забираем золотишко. Так. Прикольненько. А, чё-то ее нельзя выскать. Тень повышен до 5 уровня. Так, а куда мне вообще? Слышь, чё, веди ты меня. Отмычка. Это еще кто такой? Носитель маски. Ё-моё! Стой! Так, заберем все. А то и что там какой-то уже шустрый пацанчик какой-то вместе со мной бегает. Еще кто такой? Ага. Да блин. Чё-то не взять ничего. Чё, идем? Нет. Гробница, я смотрю, здоровая. Он там борется с ним. С этим главгадом. Давай вот этого
Что? Стопы, я заберу все. То есть, инвентарь полон, бля. Да блин, да как так-то? А здесь? Да блин. Как-то здесь много полезных вещей, которые не взять теперь. Так, погоди, давай-ка теперь что-то выкинем. У нас тут есть... давай вот эти, которые по нулям, выкинем оружие. Давай сначала выкинем. Так, настойка на ягодах. Вот этого и то, что ничего не стоит. Давай выкинем. Ну-ка. А, можно сожрать. Еще не готов. А, можно попить, поесть. Прикольно. Максимальное... Так, погоди, вот это я возьму. Ой, как-то мое здоровье-то уменьшается-то. Где это твари? Стой. А, можно вот это сожрать. Погоди-ка. Во. Прям во время еды. Во время боя поедим. В смысле? Я чё, задание, что ли, провалил, пока жрал? А где каноник делся? Вали ее к херам. Да ну нет, ты что делаешь-то? Так, ну золото я возьму. Тоже не взять. Это еще кто такой? Странно. Чё-то она в текстурах застряла-то. Ну-ка, может, давай оружие другое возьмем. Так, давай 1001 и 1001 получается. Да ну как так-то? Да я, давай я выйду из боя. Во время боя? Да как так-то? А где каноник Левул? А это кто такой? Наверное, убитые игроки. Ни хрена себе, жакет есть. Да что ты делаешь? Отстань ты от меня. Так, золото я возьму.
Здесь тоже золото возьму. Так, погоди-ка, жакет. Давай-ка мы, во-первых, вот это возьмем и вот это. Два топорика. Одежда. Давай, наверное, то-то, вот это то, что ноль стоит. Это выбросим. Да. И это тоже выбросим. Очень много какой-то бесполезной, недорогой одежды у меня тут есть. Одежда работорговца, защита. Так, это тоже выкинем, это тоже выкинем. Тоже выкинем. Во! Так, из оружия можно тоже, наверное, что-то выкинуть. Так, жакет был. Ничего себе. Чё за жакет такой? Защита 1204. Пожалуй, можно одеть. Ага, нормальненько. Ну все, хана тебе. Ну-ка. Отмычки надо взять. Хана вам, ублюдки. Стой. Золотишко берем. Ах ты мелкий негодяй, да? Ага. Добавлен наник парное оружие. А где делся мой этот? Адрана, который... Да ну стой ты, что ты делаешь? Готов. Золотишко берем. Так, где левул... Левул вот этот. Подевался-то. А вот этого еще завалим. Да ну. Так, заберем золотишко. Так. А куда левул делся? А, он, наверное, туда дошел. Ладно. Ага, так, куда-то мне надо. А, вот здесь, наверное, нужно. Этих, что ли, надо победить теперь? Какая-то мощная тварь. Эй, да что ты делаешь-то? О, у меня уровень повышен. Ну все, вам, ублюдки, тоже хана. До 6 уровня я прокачался. Вот эта тема. И тебя надо завалить, наверное, да? Так, получить награды сейчас. Давай получим. Получить. Так. Т
Так, штаны раба. Штаны раба. Штаны раба. А это чё? Так, распределить. Так, парное оружие. Давай повысим. А стрельба из лука. Ага, значит, не получится повысить. Двуручное оружие не получится. Ладно. А где наш каноник-то делся? Или куда отсюда надо бежать? Вот еще тварь какая-то ходит. Здоровая тварь. Да ну харе ты. Да ну алё. Обыскать. Золотишко. Куда делся каноник-то? А, вон он. Так, надо поговорить с духом предков. Давай поговорим. Здрасте. Been disturbed enough by those filthy Daedra. Why do you summon me, descendant? My lord Vivek has inquiries that only you can answer, my lady. My companion will present them with your permission. The warrior poet? Very well. Ask Vivek's questions. Поговорить с духом предков, давай. Лорд Вивек спрашивает, сердце мира ключ к вознесению, должны ли меня одолевать сомнения? Вивек всегда отличался красноречием. Скажи ему, что он может не сомневаться. Сердце безопасности. Интересно, почему его это беспокоит? Задавай остальные вопросы, ибо мое время здесь на исходе. Лорд Вивек спрашивает... Лорд Вивек спрашивает, вернутся ли враг старый, столь хитрый и наглый? Старый враг? Да, не тот, кого предполагает Вивек. Лорд Вивек спрашивает, бесконечно идущий к своей цели сота сил, что узнал он о возможном угасании наших божественных сил? Сота сил продумал множество условий, предусмотрел бесчисленное множество решений. Он даже проводил эксперименты со своей божественной силой, извлекая энергию, чтобы изучить ее, а потом возвращая. Он предвидел, что грядет потеря, но не ранее, чем придет в упадок храм. Теперь мне вновь пора спать. До свидания. Так, ну погнали наружу. Мы, короче, выполнили квест какой-то. Прикольненько. Ладно. А ну иди сюда. Так, кто там еще рядом-то есть? А, вот он. А он ее лечит, смотри-ка. Ах ты, ублюдок. Так, кажется, мне сейчас будет хана почти. Стоять! Надо какие-то зелья выпить. Во. Хлебушка поедим еще. И рыбные палочки. Так, отмычку, камень душ, бров. Взять все. Так, посмотрим, что у меня тут есть. 1013. Это что такое? Потом разберемся.
Еще кто такой? Ага, это игрок. Так, это я заберу. Не дорос еще для того, чтобы забирать всякие вкусности. Все, что ли? А, сдох, смотри-ка. Так, мне куда? Мне, наверное, туда куда-то. Ну-ка. Ага. Ну да, иди сюда. Завалим сейчас тебя. Стой, золотишко. Готов. Парное оружие повышен. Да, ну не буду я с тобой сражаться. Иди отсюда. Ой, надо... Да, блядь, как из этой гробницы-то вылезти? Теперь. Так, вот сюда, наверное, да? Здрасте. Ой. Так, погодите-ка, я запутался. Как выбраться из гробницы? Здрасте, не знаете? Ах ты, ублюдок-то, вы скованы! Нет, идите-ка вы нахер. Беги давай! Да ну что ж ты будешь делать-то? Зал памяти. Так, как отсюда выбраться-то из этой... А, вот сюда, наверное? А, вот точно. Бля. Эх, пускай ребятки, короче, занимаются гробницей дальше, а мы тут... Подкачались и золото набрали. Ага, вот он у нас, каноник. Давай с ним поговорим. Спасибо, что помог мне выполнить задание. Теперь мне надо вернуться в Вивик. Ты уже был там? Это великолепный город. Прямо из воды вздымаются зиккураты, а в небе над городом висит луна. Нам надо встретиться там, и тогда я смогу представить тебя лорду Вивику. Ты понял, что сказал там твой предок? Между нами говоря, я не понял ни вопросов, которые ты задавал, ни ответов на них. Да, я и не ждал, что пойму. Некоторые вещи не предназначены для разума смертного. И для тебя это еще одна причина посетить Вивик. Помочь мне объяснить слова моего предка. Я могу рассказать о том, что здесь произошло. Превосходно. Мне только нужно ненадолго заглянуть в Сейданин и поведать своих спутников. Когда доберешься до Вивика, сразу вступай во дворец, и я встречу тебя там. Я уверен, лорд Вивик захочет нагодить тебя за то, чтобы ты помог мне. Встретимся в Вивике. Я скоро буду. Когда доберешься до Вивика, сразу вступай во дворец лорда Вивика. Как только ты придешь, я представлю тебя, и мы сможем рассказать воину поэту обо всем, что мы узнали. Ты говорил, что я смогу расспросить тебя о трибунале, когда мы исполним твою миссию. Разумеется. Как я и говорил, трибунал состоит из трех наших живых богов. Вивик, Альма, Лекси и Сота Сила. Они руководят нами в пределах духовных и правят данмерами, будучи богами-монархами темных эльфов. Я служу Вивику, но почитаю весь трибунал. Все темные эльфы следуют за трибуналом. К сожалению, нет. Дома данмеров склоняются перед трибуналом, но дикари Эшлендеры отказываются признать их божественную силу. Эти редики никогда не позволяли причислить себя к великим домам. Вместо этого они твердо держатся первобытных суеверий. До свидания. Так, войти в дворец Вивик. Короче, погнали во дворец. Где-то тут Вивик должен быть недалеко. Я думаю, мы даже сможем доехать туда на Силдспрайдере. Чтоб по-быстренькому. Да.
И денег мы заработали. Ну-ка, это что такое? Сколько у нас денег сейчас? 131 золотой. Прикольно. Так, и даже мы что-то... Хейбурбов. Это Inferno Staff. Iron Battle X. Так. У меня что-то тут здесь много оружия всякого. 977 это можно продать. 1037. Вот это можно взять. Так, 977. А, это большой. Нет, нам нужен маленький. Ну-ка, давай-ка мы сейчас маленький возьмем. Меня обеспечено работорговцы, не пойдет. Так, погоди, а где зачарованный-то меч? А, вот он. Так. А, и Great Sword. А, нет, это снова большой. Нет, вот этот маленький возьмем. И топор возьмем. Во! Нормально. Нормально. Отлично. Так, давай... Это кто такой? Ага. Давай поедем на Силд Спрайдере. Здрасте. Слышал про яичную шахту поющих Квама? Они настолько хороши, что шахтеры могут позволить себе вообще ничего не делать. Квамы сами несутся, только представь. Ты чего-то хотел? Куда меня может отвезти твой Силд Спрайдер? Мы путешествуем в Гнисис и Суран. Мы знаем пути в обход же и худших потоков лавы. Хочешь покатиться? Да, блин. Я вообще-то хотел Вивик. Ну ладно. Погнали, Вивик, значит, пешком. А где у нас тут Вивик? На М нужно нажать. Вивик, ага. Туда, короче, надо. Ладно, наверное, уже 42 минуты. Давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Чё это? Давай, короче, сохранимся на этом. А подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарии. С тобой Владимир, канал Гильдии Геймеров. И продолжим в следующий раз прохождение The Elder Scrolls Online.